Меня зовут Гриба София, мой класс 3-Б, и сегодня я вам расскажу про моего прадедушку. Моего прадедушку звали Осип Алексеевич Гулко. Он родился в 1907 году. Войну прадед начал со звания старшего лейтенанта. Воевал на Ленинградском и Калининградском фронте, получил награды Ордена Красной Звезды, медаль за оборону Ленинграда, медаль за боевые услуги, медаль за победу над Германией. Медаль Красной Звезды Прадед получил за участие в Брянской операции. В боях погибло много солдат, и прадед потерял ногу. После ранения служил в Литунске лейтенантского фронта. Закончил прадед войну в Риге и занял капитана. Несмотря на потерю ноги и ранения, был очень активным. Последних днях был профсоюзный лидером и научным в институте в Ленинграде. Умер в 1968 году.